Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, а я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 736 из учебника «Математика 6 класс» Вилен Кинжохов. Давай сейчас откроем вместе учебник и прочтем условия задания. А у нас здесь задача. По коэффициенту трудового участия, КТУ сокращенно, заработок между тремя рабочими распределили следующим образом. Первому 40% всех денег, второму 35% всех денег, а третьему остальные 25%. Определите, округлив результаты до десятых, сколько процентов составляли деньги полученные. Итак, первое. Мы сейчас, далее идет у нас А, Б, В, Г и Д задание, поэтому я буду сразу читать задание и сразу будем его выполнять. Итак, я сокращенно уже записала, сколько процентов получил первый, второй и третий рабочий. И теперь первый вопрос А. Это, значит, сколько процентов составляют деньги, полученные первым рабочим, от денег, полученных двумя другими рабочими. Итак, для того, чтобы узнать, сколько получено, значит, первым рабочим от денег, полученных двумя другими рабочими. То есть нам, грубо говоря, нужно находить процент от процентов. Это немножко запутывает, но я думаю, что мы справимся. То есть нам нужно будет находить часть от процентов. Для этого мы проценты будем представлять, что это, ну, как будто деньги, да, как будто это рубли у нас. И будем находить от них часть, потому что процент – это часть. Кстати, как находить часть от целого или процент от целого? Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. Итак, первым рабочим от денег, полученных двумя рабочими. То есть нам нужно найти сумму, сколько денег получили второй и третий рабочий, и найти какую, и найти, значит, часть, да, процент, полученный первым рабочим. Для того, чтобы нам суммировать, мы не можем написать процент от процента. То есть нам нужно в любом случае наши проценты переводить в десятичную дробь. И тогда мы уже сможем перейти дальше к процентам. То есть мы не можем работать сразу с процентами, если нам именно нужно найти процент от процента. Да? То есть в любом случае нам переводим в десятичную дробь. 35% это 0,35, 25% 0,25, а 40% 0,40 или 4 десятых. Итак, нам нужно найти сумму второго и третьего, то есть 0,35 плюс 0,25. Я просто не буду по действиям расписывать, сразу запишу одним действием, но расскажу, как мы это находим. Да? И далее по правилу нахождения части от целого мы эту часть делим на целое. Целое у нас как бы получается это 0,4, да, потому что, еще раз повторю, что нам нужно найти, то есть первое мы сейчас так с вами основательно разберем, дальше будет легче. Итак, то есть нам нужно найти денег, полученных первым рабочим, то есть это и есть целое, а денег, полученных двумя другими рабочими. Поэтому мы берем 0,4 и будем делить на сумму. В итоге у нас получится 0,4 разделить на 0,6. Получаем 0,7. Это 70%. То есть первый рабочий получил 70% от того, что получили второй и третий. Ну, логично, да? Этот 40 получил, эти получили 60%. И 40% это 70% от 60%. Очень все запутано, но вот по такому принципу мы будем сейчас делать и со всеми следующими заданиями. Так, следующее Б. Вторым рабочим от денег получены двумя другими рабочими. Ну, понятно. То есть нам нужно суммировать первого и второго рабочего, опять-таки, в десятичных дробях. И затем то, что получил второй рабочий, разделить на общую первого и третьего. То есть 0,35 нужно разделить на сумму
первого и второго в десятичной дроби. 0,35 разделить на 0,65. Получается 0,5. Переводим в проценты, потому что у нас вопрос стоит в процентах. Да, в задаче сколько процентов. Определите и округлив, кстати, до десятых, да, мы округляем до десятых, поэтому у нас такие красивые числа. Сколько процентов составляют деньги, полученные вторым рабочим, а денег получены двумя другими? Так, следующее, В. Значит, определить процент, полученный первым рабочим, от денег, полученных вторым рабочим. Ну, здесь совсем все просто. Значит, второй рабочий, это получается у нас как целое, да, а первый рабочий, то есть узнать часть. Поэтому мы берем часть и делим на целое. То есть в этой задаче главное определить, что у нас есть частью, что у нас есть целым. И тогда уже просто, все просто сделать, чтобы нам не перепутать, что на что делить. Смотрите, постановка вопроса первым рабочим, а денег, полученных вторым рабочим. Поэтому второй рабочий это как целое считается, первый рабочий это как часть. Поэтому 0,4 мы делим на 0,35. Естественно, округляем результат, и у нас получается 1,1, потому что первый рабочий получил больше. 1 это уже 100%, и 1 это еще 10%. То есть получается 110%. Задание Г. Вторым рабочим от денег, полученных первым. То есть в этом случае первый это у нас как целое идет, и вторым рабочим это как часть. То есть теперь нужно наоборот разделить 0,35 на 0,4. Получается, округлив, 0,9, то есть 90%. То есть второй рабочий получил 90% от денег, полученных первым рабочим. Как еще проверять себя можно? Тоже, вот кто получил больше? Правильно мы нашли, правильно мы разделили. Если бы мы в случае В делили наоборот и получили бы 90%, то правильно было бы, что первым рабочим от денег, полученных вторым. Ну, то есть, кто больше получил, мы же сразу видим здесь, да? Поэтому мы понимаем, что второй получил меньше, и, естественно, это меньше 100%. Так, хорошо, поехали дальше. Думаю, это понятно. Если остаются какие-то вопросы, просто оставляйте их в комментарии под этим видео. И будем разбираться уже дальше или по-другому, если что-то где-то непонятно. Но опять-таки повторюсь, что задание запутанное. Из-за того, что идут проценты, как бы составители учебника хотели немножко запутать, и чтобы мы логически с вами думали. Поэтому из-за того, что проценты, немножко тяжело найти процент от процента. Так, и последнее задание, D, нужно найти, значит, процент, сколько процентов составляют деньги, полученные третьим рабочим, от денег, полученных первым рабочим. То есть то, что получил первый рабочий, у нас будет целое, и нужно найти, какую часть составляют деньги, полученные третьим рабочим. То есть эта часть, это целое. Опять-таки нужно часть разделить на целое. Значит, 0,25 мы будем делить на 0,4. Это получится 0,6. В итоге получается 60%. Я думаю, что все уже умеют переводить десятичные дроби в проценты. И, пожалуйста, напишите, умеете ли вы переводить без проблем десятичные дроби в проценты и наоборот. Оставьте свое мнение под комментариями, чтобы мы знали. То есть объяснять это нужно в каждом задании или вы уже в этом, там, так скажем, спец и ас. Так, ну а вдруг вы забыли, то я напоминаю, что одно целое это 100%, и поэтому 60%, да, это часть от целого, поэтому это 60%, да, не целое, не 100%, а только 60%. Ну вот, в принципе, и все, на этом задание мы полностью решили, оно было непростым, но мы с этим справились. И если тебе понравилось наше видео, обязательно поставь лайк. Если остались еще какие-то вопросы или просто есть комментарии, тоже оставляй их под этим видео. А также не забывай переходить по ссылке под видео на наш сайт, где ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И решив его правильно, ты будешь получать за это баллы.
А каждую неделю трое учеников, кто наберет больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Задание очень похоже на то, что мы решали, только что с тобой, поэтому надеюсь, что вопросов у тебя уже не возникнет. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.